Услышать музыку через полотно – такую возможность дает зрителю художник из Новосибирска Евгений Баранов. В экспозиции собраны зарисовки репетиций, выступлений, пойманные рабочие закулисные мгновения. Вообще изобразить танец – это очень сложно. Потому что, ну что главное в танце? Главное – это движение, это музыка. Что может быть лучше музыки? Только любовь. Вот. И поэтому моя задача как раз стояла передать музыку, чтобы вот человек посмотрел и что у него что-то такое зазвучало. Евгений Баранов – художник ярко выраженного лирического склада. Его персональные выставки и художественные проекты с успехом проходили в Москве, Новосибирске, Красноярске, Одессе, а также во Франции, Италии, Китае и Корее. В творческих кругах его называют белым художником. Он много и мастерски работает с оттенками белого цвета.